Эдик, иди сюда. Встань ко мне на коленки, ручки поставь. О, вот это вот. Стой. Вот это вот, оно уже рвется, не годится. Вот так. О, знаешь, смотрите, эту позицию мы знаем. Как только мы увидели его спину, мы сразу берем пояс. И локтем чуть-чуть прижимаем, сильно нельзя. Раньше можно было давить, сейчас это считается немножко больно, поэтому это только контрол, not push hard, don't crash. О, взяли, отсюда рука, раз, и залакал. И тут же нога, оп, чтобы он туда головой надвинул. Все помнят это? Да. И вот отсюда мы переворачиваем. Anyway. Сейчас покажу. Anyway. Чтобы Эдик видел, иди сюда. Лево, если левая рука, правая рука лакает wrist. Если можно сделать на полный wrist bell. Да, Натан? Кто там увидел? Вот bell взял. Значит, первое движение залакали. И сюда подломили. Раз. Контролируем пояс. Поверни сюда.